Сеянцы сосны посадили неравнодушные жители Иркутской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» недалеко от поселка Усть-Балей. Несколько лет назад местность пострадала от пожара. Участниками акции стали около 200 человек. Это работники нескольких организаций, представители общественных движений, студенты и члены школьного лесничества «Смородина» из Иркутской гимназии номер 1. Как рассказал министр лесного комплекса региона Павел Кирдявкин, для восстановления леса сотрудники Иркутского лесничества провели подготовку почвы, а сеянцы предоставил мигетский лесопитомник. Уже через 5-7 лет на пострадавшем от пожара месте жители смогут увидеть подросшие деревья.